И в продолжении темы. 18 тысяч жителей Башкортостана работают в сфере информационных технологий. Из них 25% – женщины. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики на Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья». Андрей Назаров отметил, что помимо федеральных мер поддержки айтишников, в республике также прорабатываются дополнительные. В частности, такая работа ведется совместно с Дом РФ. В итоге будет принята отдельная программа с рядом льгот. Ключевые социально-экономические направления, там у нас должно было быть цифровизация не менее 11%. Сегодня у нас 60%. То есть Башкортостан здесь существенно выдвинулся вперед. Но мы наряду с Татарстаном, Московской области и Ленинградской вот, находимся на одном уровне. Очень большие информационные системы. Это Министерство здравоохранения, это то же самое Министерство семьи и труда, это Минфин, конечно же. В прошлом году мы очень серьезно модернизировали все системы Минфина. Участники дискуссии обсудили роль цифровизации в государственном управлении. По словам спикеров, у жителей республики востребованы социальные услуги в электронном виде. Большинство из них могут оформить документы через интернет. В Башкортостане в электронный вид в прошлом году перевели более 100 госуслуг.